Здравствуйте, сегодня я буду печь сладкие булочки с вареньем. Сначала нам надо замесить тесто. Для теста нам понадобится 450 граммов муки, 3 яйца, 100 граммов сливочного масла или маргарина, 100 граммов сахара, 3 чайные ложки дрожжей, 150 миллилитров молока, пакетик ванильного сахара и щепотка соли. В мисочку я просею муку. Теперь я сюда насыплю сахар, ванильный сахар, дрожжи и капельку соли. И все перемешаю. В другой посуде я смешаю сливочное масло, которое я растопила в микроволновке. Подогретое молоко и яйца. Теперь в эту смесь я буду потихоньку добавлять мучную смесь. И вымешивать. Тесто загустело, и можно продолжать его вымешивать уже руками. Поскольку мука бывает разного качества, ее может не хватить. Мне вот ее явно не хватило, и я немножко еще добавлю пару ложек муки. Теперь у меня тесто получилось такое, как надо, мягкое, не липкое. Ушло у меня, наверное, получается около 500 грамм муки, но вы все-таки начинаете так же, как и я, с 450, потому что добавить муки вы всегда успеете. Теперь тесто надо накрыть пакетиком или пищевой пленкой и поставить в теплое место до тех пор, пока оно хорошо не поднимется. Тесто у меня поднималось долго и, конечно, не один час, а более 2 часов, потому что оно достаточно жирное и сдобное, и можно его разделывать на булочки. Надо его разделить на равные порции. И каждый кусочек теста скатать в шарик. Каждый шарик надо раскатать в удлиненную лепешку. Остальные шарики я пока накрыла полотенцем, чтобы они не обветрились. Лепешку надо смазать густым вареньем, не слишком жирно, чтобы оно не вытекало в процессе выпечки. У меня варенье из крыжовника с апельсином. Краешки я оставляю не смазанными.
Теперь сверну рулетиком. Защипаю боковой шов. И кончики. Теперь переверну швом вниз и разрежу получившийся рулетик ножом, не доходя до одного из краев. Теперь надо эти половинки развернуть и сложить сердечком. Получилась такая плюшечка. И ее я уложу на противень, застеленный пекарской бумагой. Эту плюшку я попробую разрезать стеком, чтобы не портить коврик. Получилось неплохо. Я сформировала все булочки. Бумагу я ничем не смазывала, потому что она у меня силиконизированная. Если у вас обычная бумага, то предварительно смажьте ее растительным маслом. Булочки желтком я также мазать не буду, потому что мне не нравится аромат подпеченного желтка. Духовка у меня нагревается до 200 градусов, а на плите стоят булочки, и как раз они немножко дойдут. Через 20 минут я поставлю их выпекать. Булочки выпекались 25 минут. Приятного аппетита!